Во Дворце культуры «Энергетик» состоялся день первокурсника Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Началось мероприятие с напутственных слов Махмута Ганиева, директора института. Я всегда приветствую вот такие мероприятия, выступления. Почему? Дело в том, что, ребята, очень важно в жизни опыт публичных выступлений. Вы скоро будете, через 4 года, большими начальниками, руководителями обязательно. Я на это надеюсь, поэтому вас учим. И, конечно, вы будете работать своим коллективом. А выступать перед людьми – это очень сложно. И тогда вы можете поймать своих преподавателей, которые вам читали лекции, а вы еще немножко шумели в это время, когда он вам что-то говорил. То есть это не так все просто выступать перед людьми. И вот сегодня у ребят есть такой шанс, возможность попытаться выступить перед людьми, когда на тебя смотрят сотни глаз. Это все очень непросто. Но это такой хороший, необходимый опыт. Поэтому я хочу сейчас пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего настроения. И удачи! Основной темой концерта стало пиратство. В качестве атрибутов артисты использовали пиратский кодекс и стиль одежды. В программу вошли выступления вокальной студии New Voices, ансамбля Four Worlds, вокально-инструментального ансамбля Нино, танцевального коллектива Фрагмент и театральной студии Cheesecake. Я очень приятно удивлен. Наши девочки, мальчики, наши все студенты прям хорошо выступили, мне очень понравилось. Было очень классно, было волнительно, было интересно. Мы две недели готовились к этому дню. Очень все ждали, очень боялись, переживали, но все прошло на ура, и мы очень рады. Было, конечно, тяжело каждый день приходить с утра до позднего вечера это все репетировать. Но, в принципе, результатами все, что вышло, довольно. Впечатления яркие, эмоциональные. Видно, как первокурсники старались, они хорошо поработали. И мы, соответственно, тоже благодаря им зарядились. Подготовка к фестивалю длилась около 2 недель. С раннего утра и до позднего вечера артисты репетировали свои номера и сводили их в общую программу. Атмосфера единения, которая зародилась за время фестиваля, одна из основ успешной адаптации первокурсников в новой среде. Как признаются сами студенты, заряд энергии на грядущий год им подарила не только программа фестиваля, но и мелочи, создающие антураж, декорации, костюмы, да и в целом название программы «Попутного ветра». Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.